Всем привет, Сильверман у микрофона, и мы продолжаем проходить замечательную стратегию Земля 2140. Большое количество сырья, в котором нуждаемся мы, находится около Балидена. Это, кстати говоря, Швеция, если не ошибаюсь, да? Или Швейцария, все время путаю. Вам будет дана команда и вооруженное подразделение для захвата базы противника. У вас будут деньги и ресурсы, сохраняется месторождение для нас. Хорошо, договорились. Ого! Я уже слышу, что где-то шагающие роботы шагают, собственно. Так, что нам надо? В первую очередь надо спасать андроидов. Андроиды это не те, которые у Гугла. Андроиды это те, которые... Вот эти вот пехотинцы наши. Серия Android А01 и Android А02. Отличить их очень просто. У те, которые А02, у них гранатомет, те, которые А01. У них, соответственно, автомат. Автомат и гранаты. Мы продолжаем за евразийскую династию и потихонечку. Больше и больше. Но с другой стороны, начинали не мы. То есть мы тут как бы целиком и полностью не виноваты. Изготовление завершено. Соединенные цивилизованные штаты зачем-то и по непонятной причине сделали провокацию. Напали своими роботами на... Начатое изготовление. На нашу суверенную базу. Я уже даже и не помню, где-то в Европе это происходит. Изготовление завершено. Что они хотели этим добиться, непонятно, но сейчас, по факту, бой уже идет за ресурсы, которые, в принципе, существуют. Или которые будут существовать. Заказ принят. Так, вызываем подкрепление. Сейчас оно придет. Готов, выполняю. Насколько я помню, в подкреплении будет, вот, да, огромное количество наших замечательных андроидов. Готов. Преимущественно это будут андроиды серии 02. Что интересно, андроиды показаны по-разному, то есть они тут скорее киборги. Потому что выращивают их, во-первых, их именно выращивают специально в биоцентре. И ведут они себя очень даже по-человечески, то есть им свойственны некоторые там эмоции и прочее. Они вообще разработаны на основе человеческой ДНК, как нам сообщает местная энциклопедия. А тут есть целая энциклопедия, да, как-нибудь, возможно, сделаем целый обзор по ней. Вот, и нам придали на усиление замечательные ракетные танки. Как там тебя звать-то? HT-33R. HT это Heavy Tank, 33 это серия R, ракетный вариант. У них еще есть лазерный, гораздо более убойный. Так, тихо, не стреляй. Не надо. Ох уж злые люди. Зачем? Это же была база. Опа. Засада. Как ни странно, уничтожить надо сначала вот эти вражеских пилотов, а не круто. На самом деле так действует очень просто. Любой юнит, который с гранатометом, он опасен. А маленькие юрки, их быстрее уничтожать, а повреждений не надо, столько большие. Ай, неудачно. Нет, ну конечно, маневр был хороший, кстати, обратите внимание, насколько классно тут работает искусственный интеллект. А иногда не очень классно. Но в целом обычно все-таки классно. В любом случае, мы сейчас потихонечку зачищаем вот это вот все. Следую в указанном направлении. Да, и пока они там следуют в указанном направлении. Наша ударная группа продвигается потихонечку. Вот у нас задача. Вот опять неудачно получилось. Ой, не, ребята, туда нам не надо.
Нам надо именно вот сюда. Следую в указанном направлении. Следую в указанном направлении. Хорошо? Нет, вот туда не надо. Следую в указанном направлении. Жду приказаний. Следую в указанном направлении. Вот эта штука называется пафф-финдинг, то есть поиск пути. И сложные, замороченные алгоритмы иногда дают потрясающе плохие результаты. И даже есть такое выражение, что в 90-е в большинстве стратегий алгоритмы пасфиндинга уничтожили гораздо больше юнитов игроков, чем юниты противника. Так, потихонечку у нас получается. Охрана у них так себе пока. Мы этим коварным пользуемся. Следую в указанном направлении. Атакую. Следую в указанном направлении. Отлично, замечательно. Просто великолепно. У нас все получается. Следую в указанном направлении. Хорошо. Отлично, база почти наша. Следую в указанном направлении. Теперь нам нужно сюда привести наши беттеры. При этом на самом деле... Не-не-не-не-не, не надо. Блин. Ох, народ, какие же все агрессивные. Так, к сожалению, при всей гибкости управления в этой игре, тут нету такой штуки, как однозначный запрет на огонь. К огромному сожалению. Все, изготовление завершено. Это наше теперь строение. Так, а давайте будем все вместе. Ага, тут на нас шла атака, да? Дошла, я смотрю, очень хорошо. Хорошо, дошла. И не машинки. Давайте вот сюда куда-нибудь. Так, великолепно. Что у нас получилось? Готов. Выполняем. Как мне кажется, пора захватывать главную базу противника. Готов. Выполняем. Последний раз она строила, ага, оборонительное сооружение. Приказание. Ну что ж. Начато изготовление. Изготовление завершено. Кстати, вот изготовление они. Завершено. Вот эти вот изготовление завершено. Сильвер. Изготовление завершено. Ван. Изготовление завершено. Они даже говорят этим характерным голосом робота. Следую в указанном направлении. Атакую. Выполняю. Выполняю. Да уж заминочка произошла, так сказать. Готов. Выполняю. В любом случае, нам надо разобраться вот с этой штучкой. Потому что нам никакие не нравятся фортификационные сооружения противника. Небольшие, не малые, неподходящие нам, не подходящие. О, там снизу прячется очень страшная штука, которую стоит бояться. Ага, трав перебит. Это редко, но бывает. Ну, к сожалению, он тут все инвалид, застрял навсегда. Зато теперь мы владеем заводом. Ну как владеем, сейчас будем владеть. Жду приказаний. Хорошо. Отправляем наших андроидов в серии 02.
чтобы они захватили эту штуку. Выполняю. Теперь это наш завод. Теперь стоит ими Ага, он развернулся и поехал в обратную сторону. Понял, что тут ему ловить нечего. Теперь нам нужно построить воздушную базу, как ни странно. Начатое изготовление. То есть, а где же противник? А он есть, просто мы его успели... Изготовление завершено. Тут вот начиналась вражеская контратака на занятые нами территории. Но нам успешно удалось их перехватить. А после того, как мы их перехватили, у него уже ничего не получилось. А здесь он тратит свои ресурсы. Бесполезно покупая постоянно юнитов. Так, воздушная база построена. Начато изготовление. Вот эти вот замечательные штуки. Изготовление завершено. Оно называется тяжелый подъемник или как? Изготовление завершено. Изготовление завершено. Тяжеловес, ага. В оригинале это называется heavy lifter. Так сказать, тяжелый подъемник. Ну, хоть немножечко высокий у нас теперь есть. Просто мы же как бы играем за Римскую династию. Она использует в основном, может быть, не самые продвинутые с точки зрения робототехники, но зато очень эффективные и экономные силы. Если враг из Соединенных Цивилизованных Штатов использует разного рода шагающих роботов, там вот такие всякие интересные штуки, то Евразийская династия полагается на другие вещи. В чем-то, возможно, более приземленные, безусловно, но зато проверенные временем раз. Жду приказаний. Менее дорогие два, что тоже важно, в общем-то. Так, господа, что ж мы будем делать? Жду приказаний. Готов. Хорошо. Отступаем, отступаем. И ты жду тоже. Жду приказаний. Следую в указанном направлении. Все великолепно. И поехали вот сюда. Откуда здесь взялись вот эти пятнышки? Дело в том, что у противника где-то вот в этой области находятся его шахты. Мы же в горах. Вот это те самые Альпы, где и происходит. Мы потихонечку продвигаемся, захватывая вражеские ресурсы. Кстати, шахта-то что-то потихонечку истончается, я смотрю. То есть как-то не очень быстро оттуда вылезают. Как их там называют? Контейнеры, вот. Контейнеры с рудой. Кстати, почему-то я везде встречаю сообщение, что это железо, но это не только железо, это тут в целом какая-то хитрая руда. Она потом будет называться энергорудой в следующих частях этой игры. То есть у нас тут какая-то хитрая технология, которая позволяет объединять и руду, и другие минералы, которые там встречаются, вообще одно. Так, ну поскольку нас особо ничего не интересует, тут можем, в принципе, все сносить. Вот видите, выбежали несколько роботов с гранатометами. На самом деле, это очень интересно. То есть вот юниты, которые обладают, например, автоматом каким-нибудь, или даже, может быть, пулеметами, но не сильно мощными, а серьезно планированные техники, особого варианта причинить по определению не получается у них ничего. Так. А вот ракетная техника, она очень больная. Это же простой вражеский робот или солдат. Отступаем, отступаем, отступаем. Это один из самых опасных на самом деле товарищей.
Он, кстати, один из самых недорогих у противника, но неприятный до чёрта. Эта штука называется Тигер Хелл, Адский Тигр. В русской версии, соответственно, так и называется, Адский Тигр. Кстати говоря, у нас тут официальный перевод компании Амбер. Бам. А тут мы продолжаем уничтожать финансовые резервы противника. Готов. Кажется, потихоньку надо это прекращать. Пригнать сюда нашу пехоту и захватить. Кстати, вот еще что очень классно тут сделано. Все здания, так или иначе, тут захватывает пехота. То есть, тут где инженер, уж не знаю каким образом, приходит и пытается что там захватить. Огонь, 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 огонь. Давайте, давайте, давайте. Причем, экипажи. Экипажа, а скорее искусственный интеллект управляет этим экипажем. Достаточно умен, чтобы отводить технику, если она попадает под вот напалм. При этом очень много у противника есть, которые прям заточены под использование именно напалм. Ребята, всем подъехать. А еще нужно лишить противника электроэнергии. Кстати, нет, красиво взорвается дистанция. А взорвается красиво потому что она атомная. И просто у нее остается вот такая штука, которая даже на карте видна. Вон белесыми такими штучками. О, не-не-не-не-не, это мы ломать не будем. Хотя... Так, хочется верить, что если есть резерв, то он его не прямо сейчас подтянет. Как удачно получилось это все разнести. Так, нужно захватить вот эти вот штуки, судя по всему. А я бойцов-то отправлял сюда куда? Они все, наверное, полегли вот тут, да? Я так понимаю. Это была плохая идея. Начато изготовление. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Приятно. Теперь это наше изготовление завершено. Начато изготовление. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Немножко повредить. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Теперь мы можем смело разбомбить противника танками и эти танки тоже подать на некоторое усиление. Это здорово. Что мне очень нравится в этой игре, стороны очень сильно отличаются, прям вообще кардинально. То есть, если у нас с одной стороны... Так, секундочку, а где? Начато изготовление. Если у одной стороны в основном шагающая робототехника... Все изготовление завершено. Ящеры, это который поменьше. Вот тут, который стоял, которого мы уничтожили, это называется ящер. Вообще, ну, раптор. Ну, переводится и как ящер, и как раптор. В зависимости от версии. Вот. То есть, Соединенные Цивилизованные Штаты полагаются вот на такую всякую футуристику. Шагающие роботы всякие там страшные. Даже Silver One, в честь которого у меня, собственно, ник и существует. Роботы этой серии, они очень напоминают таких терминаторов. При этом... Евразийская династия, за которой мы, собственно, и проходим из патриотических побуждений, как я и говорил. О,
Не-не-не, это мы не будем производить, мы будем производить... Начатое изготовление. Эта штука называется банта. Готов. Следую в указанном направлении. И... Изготовление завершено. Ага. Официальный перевод шляпа. Готов. Офигеть. Выполняю. Ну ладно, шляпа так шляпа. Хотя, насколько я знаю, иногда шляпами называют не самые хорошие вещи. А, да, хотел показать. Давайте посмотрим, насколько крутая в этой игре есть штука, которой практически нет в других играх. То есть это прям... Ух! Я даже не помню, в следующих частях это будет или нет. Но вот в 2140 есть, и это прям поражает. Мне это очень нравится. Так, отойди. Смотрите. Вот наш взвод солдат. Переключаемся на вкладку записи. Готов. Что не записывается? Готов. Странно. Готов. Следую в указанном направлении. Записываю. А, вот. Вот, записываю. Выполняю. Приказываем им подбежать вот сюда, зайти в машину, захватить вот этот завод. Закончил. На этом запись завершаем, начинаем выполнять. Машине. Записываем. Продвигаемся вот сюда. Потом вот сюда. Вот сюда. И, наконец, вот сюда. После этого произвести выгрузку. Запись завершена. А теперь смотрим, что будет, как это работает. Прям магия. То есть, буквально, как настоящий командир, можно распланировать все действия. Не одноклеточные, как обычно в стратежках делают, через shift типа накликать, а прям записать и выполнить именно тогда, когда это будет нужно. Блин, я вот не предусмотрел, надо было сделать так, чтобы он не садился. Это еще одна команда, ну ладно. То есть вот, наше летающее судно, внутри находится десант. Это можно еще более сложно делать. Типа солдаты забегают в БТР, БТР грузится на специальный плот. Плот его довозит, выгружает БТР, потом БТР доезжает до места, где надо высадить десант, высаживает десант. Десант выбегает и тут же начинает захватывать по своей программе. Вот. Обратите внимание, сам игрок вообще не сделал ни одного усилия. При этом все. Здание наше, и мы можем строить всю номенклатуру вражеских. Начатое изготовление. Единиц. Чем мы сейчас и займемся, разумеется. Изготовление завершено. Так, теперь наш транспортник может куда-нибудь вот сюда полететь. Изготовление завершено. Готов, хорошо. Готов, следую указанию. Изготовление завершено. Можно сказать, самый мощный робот у противника. У них, конечно, есть и паук один плазменный, он тоже... Изготовление завершено. Но у этих ботов есть огромное преимущество, практически неограниченный боезапас. Изготовление завершено. То есть у них вот 4 ствола, и при этом они могут одновременно вроде бы 3 ракеты запускать. То есть вот примерно как наши. При этом двигаются они быстрее, маневреннее, потому что они бипедальные, ну то есть на двух ногах. Ага. То есть вот, линию обороны при таком прорыве они очень хорошо могут сносить. Прям-таки невероятно классно у них это получается. Так, здесь разобрались. Что у нас говорит наша шляпа? Жду приказаний. Выполняю. Можно, кстати, обратить внимание, макрос-то у нее остался. То есть можно еще раз пустить по этому же маршруту. Ну, мы просто в данный момент это делать не будем. Но запомним, что таковая возможность у нас есть. А, ты поехал. Все, помню. Давайте пехоту тоже подтянем сюда поближе.
чем большим выполняю. Известная степень агрессии. Жду приказания, выполняю. В этой части. В следующем будет. Так. Последнее, что тут строилось, а тут не то, не то, что нам надо строилось, к сожалению. При захвате стараются уничтожить все эти. Готов. Выполняю. Всякие разные военные чертежи. Изготовление завершено. Нам досталось производство пауков, и далеко не всегда так получается. Хорошо. Гораздо чаще не получается нифига. Так, что у нас осталось? У нас осталось захватить шахту, я так подозреваю. Начато изготовление. Изготовление завершено. Начато изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Будет выполнено. Ух ты, она хорошо охраняется, если ее приходится захватывать таким количеством наших роботов. Ну все. Так, захват шахты. Обратите внимание, шахта как работала, так и работает. Начато изготовление. Она противника. Изготовление завершено. Работайте медленнее. Изготовление завершено. Она также выглядит. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Наглые роботы. И просто перехватывали это все. Так, захватили. Все заработало замечательно. Смотрим на мини-карте. Ну что ж, осталось теперь противника поискать где-нибудь вот тут. Я так подозреваю. И на этом все. Хорошо, хорошо. То есть врага осталось не так много. Это что вообще? А, это я бункер зачем-то построил. Ну ладно. Терем ты. Бункером пользоваться очень просто. Берешь юнитов, приказываешь им туда зайти, и они туда заходят. Бункер вмещает 6 единиц. Причем тяжелую технику он туда вместить не может. А вот эти танчики может. Но вот эти слишком просто большие танки. Они вообще что-то никуда не помещаются, надо сказать. Начато изготовление. Изготовление завершено. Осталось пройти. Изготовление завершено. Хорошо. И поуничтожать еще. А, тут же еще есть одна вражеская. Изготовление завершено. Вот она, шахточка. Хорошо. Атакую. Изготовление завершено. Противник сделал то, что, собственно, и мы можем делать. Миссия выполнена. Великолепно. Мы отбили вражеский последний десант, и миссия на этом завершена.